4 иностранца, то есть ужесточение, даже может быть 3, на что никто никогда не пойдет, просто потому что это невыгодно. Да, я знаю, что я против лимита на 100%, но именно против такого лимита, как сейчас, когда открывается 4 позиции, 5, неважно сколько, 6, это без разницы, все равно будет плохо все. Единственный здравый вариант лимита — это вообще 3 иностранца, допустим. Ну, то есть крайность. Опять-таки, тогда, может быть, упадут немного русским футболистам зарплаты, хотя топ.